Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Ревизор? Ревизор. Из Петербурга. Инкогнито. Инкогнито. Вот насчет врачевания мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих мы не употребляем. Ну, в самом деле, зачем я буду убыточиться и выписывать дорогие лекарства для какого-нибудь инвалида? Человек простой, если умрет, то и так умрет. Если выздороветь, то и так выздоровеет. Я вам открыто говорю всем, что да, я беру взятки. Но чем взятки? Ой! Вас? Вас издаст, да. Да, большими щенками. Это другое дело. Ну, щенками или чем другим, все взятки. О, я знаю вас. Вы если начнете говорить о сотворении мира, то просто волосы дыбом поднимаю. Сам собой дошел, собственным умом. Да, но в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Сказали мы с Петром Ивановичем. Ревизор! Ну, кончай! Желаю здравствовать! Мое почтение! Ну, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели, их там, кажется, немного. Человек 10 осталось, не больше. Да, а прочие все. Выздоровели. Вам, может быть, даже покажется невероятным. Но все как мухи. Выздоравливают. В городе во всем порядке. Улицы выметены. Арестанты содержатся хорошо. Пьяниц мало. Да. Скажите, а выгодно, однако же, быть судьей? Давай, чего робея! Здравствуйте. В дороге совершенно издержался. Нет у вас денег, взаймы, рублей? $400. Есть. Скажите, как кстати, я не беру совсем никаких взяток. Как это? Вот же... если бы вы предложили мне взаймы. Как? Рублей 300. Извольте, взаймы я ни слова, я возьму. Что видишь, дурак, как меня принимает и угощает. Да слава богу. Только знаете что, Иван Александрович? А что? Уезжайте отсюда поскорее, ей-богу, уже пора. Я не понимаю, любовь. Я никогда и не знала, что за любовь. С пламенем в груди прошу руки, руки, мадам. Но позвольте заметить, я в некотором роде, я замужем. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом. И дай бог получить. От человека невозможно, от Бога все возможно. Городничий глуп, как сивый мерин. Не может быть. Там нет этого. Надзиратель за богоугодным заведением земляника — совершенная свинья в ермолке. Смотрите, как одурачен городничий. Чему смеетесь? Над собой смеетесь.